Правила дорожного движения – это такие правила, которые на дороге. Если бы не соблюдать их, ну, идти, когда машины едут, то все человеки бы умерли. Через зебру нужно переходить. Сначала посмотреть направо, дойти, ой, сначала налево. Надо переходить на ваш свет. А когда светофор оранжевый, можно проходить дорогу. Для нас зеленый, а для машины это красный, а для нас красный, а для машины это зеленый. Только люди когда-то шли на красный. Нельзя переходить пешеход, когда красный цвет. Мы ехали на машине, а люди пошли на красный, когда у нас горел зеленый цвет. Я говорю, какие же люди иногда бывают, приходят там, где не надо. А что дядя Саша сказал? Матные слова. Потому что когда зеленый, машины должны некоторые стоять, а некоторые ехать. Сами полицейские поехали на красный, а мама на желтый. И чего было дальше? Штраф оплатили. Такая есть профессия. Он как бы держит палку, и когда надо туда, там туда одному стоп показывает, другому ехать куда-нибудь. Чтобы какая машина нарушает правила дорожного движения, чтобы полицейские ставили этой палкой, и чтобы машина остановилась. Но они останавливают машины, которые едут со скоростью, например, 200 метров, а там растет она только на 100. ДПСник, ну, он останавливает и машины, чтобы сказать, что так делать нельзя. Потом он просит много денег. Да, штраф. Я вот видела, машина не сообразил водитель и столкнулся. Я не видел, чтобы папа врезался. Я только видел, как мама. Ну, он один раз на кирпич проехал и сказал милиционерам, что у меня дети дома, и мне нельзя в тюрьму садиться. Потому что надо большой штраф платить. За что? За то, что он правила дорожного движения нарушает. И мы часто едем куда-то, если длинная дорога, мы берем кресло, а если короткая, мы тогда не берем кресло. У мамы и папы нету денег, поэтому в папину машину мы не можем купить автокресло. Поэтому он меня пристегивает адаптером. А ремень-то очень сильный у папы. Я пристегиваюсь в кресле запасном, чтобы не украли. Чтобы не украли? Да. Кого? Например, детей. Потому что дети могут в машине хулиганить, когда так едут, а вот взрослые не хулиганят. Это тоже правило дорожного движения?